Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 3 августа на портале Премьер стартует показ нового сериала «Последователи». Вера и Андрей давно женаты и мечтают завести ребенка, но женщине диагностируют бесплодие. Пытаясь решить свою проблему, Вера убеждает мужа отправиться вместе с ней в далекий скит, где живет некий целитель Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, вскоре Вера сообщает ему о своей беременности. Вот только вскоре супруги попадают под влияние тоталитарной секты, и Андрею придется сделать все, чтобы спасти свою жену. Судя по кадрам трейлера, зрителям предстоит увидеть довольно драматическую историю о столкновении главного героя с сектантами. На экране показано, что приехав к нему, пара сначала участвует в странном обряде, после которого им сообщают, что рожать ребенка героиня будет в общине. После рождения ребенка жена сообщает Андрею, которого играет Добран Рау, что приняла решение остаться жить у Афанасия. Премьера сериала стартует с 3 августа. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!